Проезжая часть вдоль дома 41 по Максима Горького. По традиции здесь каждую осень собираются любители натурального и полезного. Одни продают, другие покупают. Возьмем свежую рыбу. Карп 5 рублей 79 копеек. Амур 6,90. Толстолобик 4,90. В ассортименте также щука, карась, сом. Какой средний вес рыбы? 1,5 килограмма карп. И как они по качеству? Очень хорошие. У нас очень хорошие озера чистые. Озера каждый год чистятся, рыба выбирается полностью, чистится озеро и запускается новая рыбка. Суперфуд для здоровья сердца, сосудов и мозга. Речь об орехах. Их здесь огромный выбор. Грецкие от 6 рублей 50 копеек за килограмм. Кешью, фундук, миндаль 35. За ассорти просят 25. На прилавке представлены и сухофрукты. Изюм от 9 рублей, чернослив от 12. Тут же натуральные специи из Узбекистана. Для фарша, для мяса вот есть наборы, есть именно чисто отдельно. Куркума, там, карри, хмели, паприка, черные перцы, смеси перцев. Специи эти лучше, чем те, что в магазине? Намного лучше, намного лучше. Там нету ни химии, ни добавок никаких, ни соли нету. Как я говорю, соль в любом количестве в магазине можно купить, а купите натуральное. Мед на зиму первый в списке покупок. Пшеничный, гречишный, цветочный, лесной. Стартовая цена от 8 рублей. Здесь же и фрукты. Лимоны и хурма по 3,50, гранаты от 5. Впрочем, осенняя ярмарка – это не только презентация даров природы, но и творение рук человеческих. Стоимость такой шкатулки – 45 рублей. Ручная работа из натурального дерева. Каждое изделие здесь уникально. Цены на любой кошелек. Тарелки от 10 рублей, разделочные доски от 5. За саженцами тоже сюда. Здесь покупателям предлагают от ягодных кустарников до хвойных растений для ландшафтного дизайна. Цена самой дорогой туи – 23 рубля. Есть и по 15. К слову, очереди на сельскохозяйственной ярмарке выстраиваются каждые выходные. Здесь все домашнее, интересное. А что успели уже купить? Пока только яблоки. Только пришла. И как яблоки? Ну, все три выходных были вкусными. Надеюсь, эти не подведут. А уже успели что-то купить? Да, яблоко успели купить уже. А попробовать успел? Нет, еще не успел. Придем домой, помоем и съедим. Ну, как думаешь, вкусные яблоки? Думаю, да. А что ты пробовал на ярмарке? Я пробовала еще и клюкву. Тут выбор большой, яблок и капусты, и всего, и орехи можно выбрать, и все, и морковь. Да, и цена поменьше. Все, да, и цена меньше, конечно, как в магазине. А как часто сюда приезжаете? Ой, мы приходим. Мы почти рядом, каждый раз. У бобруйчан еще есть возможность попасть на ярмарку. Последние дни работы 6 и 7 ноября. График с 8 до 15 часов. Пополнить запасы также можно на Дзержинского 4, Минской 123 и Карла Маркса 49. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск 360.